Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня первый мой весенний заказ компании Faberlic. Это третий каталог, который действует по 5 марта. Это у меня был, скажем так, помадный заказ. Одни помады. Ну, действительно, скидки очень такие хорошие в этом каталоге. Поэтому я, конечно, не устояла и набрала себе помадок, как говорится, на год вперед. Шанти аромат я все так и жду, то есть заинтриговали, а пробников нет в наличии. Поэтому все-таки хочу взять по пробнику, буду ждать, как говорится, до победного, пока не появятся пробники. По помадам, конечно, заказала я свою любимую жидкую матовую губную помаду. Со скидкой 50%, 299 рублей. Обожаю эту помаду. Оттенки, конечно, уже не все остались, но есть из чего выбрать. Конечно, приходит вот такой стильной упаковочки Glam Team Makeup. Вот такая красавица. В этот раз у меня тон 404-64. Это дикая роза. Ну, конечно, хочу сказать, что совпадение, конечно, не очень с каталожной продукцией. Я думала, что, конечно, будет розовее, но вот такая вот дикая, скажем так, пепельная роза. Классная лопаточка, шикарная, обожаю ее. И вот такая сейчас у меня 44-69. Чуть-чуть тон потемней, а так тоже в том же вот таком, скажем так, оттеночном направлении. Чуть тон ниже, это розово-пурпурный цвет, нравится мне. А закончился у меня здесь и нет этого тона уже. Закончилась помада. Вот такие две красотки. Это моя новенькая. Это, скажем так, старенькая. Дальше, что тоже по помадам. Туши-туши. Тоже из моих любимых помад. Это, сейчас я ее найду. Тоже очень хорошая скидка. Вот она. Ультрапигментированная помада для губ HD Color. Здесь вообще 60% скидка в этом каталоге. Я любила, у меня был цвет, тоже здесь сейчас нету, 402-02. Вывели из каталога пепельная роза. И из представленных, конечно, очень яркие красные, фуксия. Я выбрала себе 404-204. Знакомьтесь, Марсала. Здесь он мне показался темноватым. Когда я получила, я, конечно, осталась довольна, потому что цвет действительно красивый и очень интересный. Вот такие вот красивые флакончики на магнитике. Эстетическое удовольствие получаешь, когда пользуешься такой помадой. И вот он красивый цвет. Знакомьтесь, Марсала. То же самое, в каталоге он темнее. Он больше, наверное, на нюд похож. Но вот действительно вот эта вот краснинка чуть-чуть есть. Марсала, этот винный оттенок. Очень красивый тон, поэтому я все сомневалась. Думаю, может быть, он будет темноватый. Шикарный. Шикарный, довольна этим оттенком. Жалею, конечно, за тем своим пурпурным, но это тоже очень даже шикардос. И третья помада, которую тоже я не устояла приобрести, это здесь в распродажах, на последних страницах. Вот она, красавица, весна для сияния. Это была серия новинка прошлого года. Я в прошлом году на помады не польстила, взяла себе только румяна-хайлайтер.
А вот теперь решила в этом году взять и помаду. Тоже мне понравилась и упаковка. Скидка 50% за 299. Гидрогелевая текстура с переливающимся перламутром при контакте с губами превращается в легкое сияющее покрытие. То есть я вот посчитала, что мне нужна как раз такая помада. Купаться в лучах солнца, чувствовать свежесть морского бриза, погружаться в роскошь, сиять от счастья каждый день и каждое мгновение. Лимитированная коллекция. Выбрала я себе вот такая упаковочка бирюзовая. Позволь себе окунуться в атмосферу итальянского лета. Конечно, позволю. Так, красивая упаковка и сам футлярчик. Вот такой тоже интересный. И красотка помада. Здесь вот совпадение по цвету. Я себе взяла блики Бордо 403-44. Тоже выбирала между розовой и вот этим Бордо. Но вот решила взять себе цвет блики Бордо. Очень красивая, симпатичная. Упаковочка, понятно, пластмассовая, но вот интересно, такая вот она прозрачная. Гелевая помада, такой летний вариант. Вот такие красавицы помады у меня в этом заказе. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Рада знакомству. А у меня на этом все. До новых встреч на моем канале. Всем пока!